Август месяц, 15 число. Прошли дожди, южный бух. Попробуем с мостика половить красноперку и карасика. Такие вот места здесь. Сейчас прикрышим. Трава уже редеет, садится немножко уже. Как говорится, ближе к осени. На две удочки попробуем. Так, крючки пятерка и шестерка. Пробуем на красный червяк, лиственник. Мелочь. Что-то слабенько, карасика не видно. Может, еще рано. Хотя 7 часов уже. Всегда, когда беру подсаку, слабовато начинает. Закон такой. Вот что она играет, но ничего не поймешь. Мелкая красноперка. Ну, сегодня хоть тихо, погодка хорошая. Да, тут места красивые.
вот что играла. Такая мелочь, бичок такой мелкий. Так, 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 не в траву, 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 не в траву. Так, 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 так. Опа-па-па. Не в траву, не в траву. О! Есть! Такой карасичек у нас попался. Вот такой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай-давай, да, хороший, давай. Вот так вот мы хорошенькие. Вот такой карасичек еще поймался. Красная пёрочка. Вот такая вот. Есть карасик. Ай, елки-палки. Затянул, зараза. Затянул. Сейчас я буду заходить. Повело, повело, повело. Опа. Опа, есть. Хороший. Неплохой карасик. Вот так вот. Так, и там что-то удочки нету. Что ж там такое? Менялось течение в обратную сторону. Что там немножко словил? Немножко есть. Вышел с воды, ловил
6 утра до 2. Погодка немножко портит. Низкое давление, поэтому уже буду сматываться. Ну вот так вот. Есть. Червяк уже закончился. Мелочь сильно сбивает. Такой вот карась. На червячок один муконьку клюнул. Ну такой неплохой карасик. Вот. Вот так вот в августе. Первый раз, это 15. Ну так более-менее, будем говорить, нормально. Карась не крупный, но пойдет.